Ты там, там будешь, да? Ну там будешь сидеть. Ты там будешь сидеть? Да. Я, конечно, не певица, предупреждаю. Вот, с Витей мы всего лишь немножко порепетировали. Да, по интернету. Да, поэтому мы сейчас попробуем некий экспромт, спеть песню. Она называется «Мама». Немножечко как бы уже в презентации как бы сказала, да. Я, подожди, Витя, я хотела бы рассказать вообще о создании тоже вот этой песни, потому что эта песня, ну, вообще я хотела бы о своей жизни еще немножечко сказать, о том, что всегда вот в моей жизни происходит что-то удивительное. Я могу сейчас с точностью уверить, что Бог мне помогает. И вот история этой песни, когда меня пригласили в ОКЦ и сказали, что надо исполнить какую-то композицию, я тогда еще играла на гитаре. Сейчас, к сожалению, у меня нет такой возможности. Так вот, два куплета я написала этой песни. Третий, ну, мне никак не давался. Ну, вот никак вообще. Ну, вот. И я, когда легла спать, я помолилась и сказала, что Господь, помоги мне написать ту третью куплет, у меня как-то не заканчивается все. И вы знаете, я утром встала, буквально открыла глаза, и мне побежали строчки. И я села, записала, вот. И буквально спела маме, и выступать мы уже прямо выступали. Можно сказать, я не тренировалась, ничего, то есть пришлось сразу уже выступать. Вот таким вот удивительным образом создалась эта песня. И вообще все удивительным образом происходит, даже эта презентация тоже удивительная. Ну сейчас мы споем песню.